провел Хилванку дома, про друзей и про знакомых. Расскажи нам, Максима. Как солдата принимали, всех солдата угощали многожды битами нам. Верно был ты молоток, не ударил грязь лицом, и услышать хочет вот интересный эпизод. Начинаю я сейчас мой рассказ. Медали в ряд, медали в ряд, на мне горят, на нем горят, и я иду, как будто на парад. Лежу вокруг, летит вокруг, и вижу вдруг, и видит вдруг, идет Маруся, между прочим, у нее, скажу вам, чудо очи. Она в ответ, на мой привет, на твой привет, мне мило улыбнулась, лихо я расправил плечи, и на этот самый вечер с ней условился о встрече. Вот какой у нас цветовый, и отличный, и толковый наш привет. Малый старшина, от такого не видали, сразу видно на медали, загрелась она. На медали говорят, что хороший он солдат, но узнать желает вот до конца весь эпизод. Продолжаю я для вас свой рассказ. Медали в ряд, медали в ряд, на мне горят, на нем горят, я на свидание шел, как на парад. Лежу вокруг, летит вокруг, и вижу вдруг, и видит вдруг, идет Маруся, очень гордо на ее груди сияет орден. О, вот это да, вот это да, герой труда, герой труда, была моя Маруся, чтоб теперь за ней угнаться, очень должен я стараться. Вот какое дело, братцы, а мне будешь ты стараться, но за ней да нет, друзья.